Добрый день всем. Я забыла на улице вазончик с детками гиппиаструма. Я забыла его полить. И вот первые листочки начали желтеть. Конечно, это не самое страшное, потому что я посмотрела внутри. Они живые, они растут, вот дают даже мелкие листочки, вот они. Маленькие. Конечно, я начну их чистить. Вот листочки, которые желтенькие. И я буду чистить и оставлять только те листочки, которые зеленые. Вот они очень легко срываются. И буду их складывать на бумажку. Вот очень легко. И я их полила, потому что я забыла их полить. Когда остаются какие-то вазончики, одни в стороночке, их очень легко забыть. Но они вроде бы растут, они уже большие у меня, уже покрупнее, какие были. И вот. Чем я хотела сказать, что бывают такие моменты, что забываешь про какой-то цветочек. Даже я их не промыла под душем, потому что они бедненькие были забыты. И вот если я их почищу, то они будут даже очень хорошо себя показывать. Желтых листочков не будет больше. Вот. И они будут себе дальше жить. Вот есть и новенькие листочки, вижу, которые растут. Они вроде бы покрупнее уже. Смотрела на картошечку. Картошечку, не картошечка, а луковичка. Вроде бы луковички уже покрупнее, не видны, были мелкие. Но в остальном вроде бы все отлично. Вот видны луковицы. Не крупненькие, хорошие. Посмотрим на следующий год. Я их обязательно пересажу в огород, чтобы они могли в дальнейшем расти побольше. Луковички, потому что здесь я специально их посадила для того, чтобы им было тесно, чтобы они могли расти по соседству, и потому что их было много, и куда мне было их сажать. А так они все вместе, я знаю, что они не пропадут, как забыла я в прошлом году. И вот так я почищу. И будут они у меня в дальнейшем жить и поживать, и радовать. Я постараюсь уже их все-таки в следующий год рассадить, чтобы им не было слишком тесно. И чтобы они уже в дальнейшем росли, может быть, чтобы зацвели. Вот уже по-другому. Есть еще тут несколько штучек. Листочков тоже желтеньких. Вот столько я почистила. Им будет и легче в дальнейшем расти. Эти желтые листочки не будут мешать, а то они и тень создают, и влажность между ними. Вот они легко отрываются. Но это первые листочки, так что бывает, что и вправду в природе первые листочки отмирают. Но здесь виновата я, потому что я про них забыла. Но в остальном так. Вот листочки здоровые, хорошие. Просто я им душ не сделала. А так... Крупненькие листочки. Вот видно, что было им холодно
немножко покраснел листочек. Очень легко оторвать, но бывают листочки, которые нужно просто осторожно оторвать, отломать, потому что они еще хорошо держатся. Но вот есть уже вялые, вообще вялые. И вот я их тоже промою через душ, и они будут в дальнейшем расти у меня в доме. Всем пока-пока, доброго дня, удачи всем и во всем. Главное, что не погибли.